Правідуа життя, правила жизни, Януш Корчак. Стемп, вступление. Балемще, жебендомще нам не гневали. Я боялся, что будут на меня сердиться, гневаться. Балемще, жеповедзу, головы дечом забраться. Я боялся, что скажут. Голову детям морочить. Альбо дети маем час мышлять о тем вшистким, где бендом юж старше. Или у детей есть время, или дети имеют время думать об этом всем, когда они будут уже старше, когда они станут старше. Альбо или и так дети не бардзо хцомще слухать. А терас на добре до перо зачном критиковать дорослых. И так дети не очень хотят слушаться, не очень-то слушаются. А сейчас чего доброго, чего хорошего начнут критиковать взрослых. Еще раз прочтем. Стемп. Балемще, же бендомще нам не гневали. Балемще, же поведзом. Головы дечом завраться. Альбо дечи маем час мышлять о тем вшистким, где бендом юж старше. Альбо и так дечи не бардзо хцомще слухач, а терас на добре то перо зачном критиковач дорослых. Бенді імще здавало, же вшистко ведзо, бендом зарозумяле. Будет им казаться, покажется им, что все они знают, и они заважничают. Давно, бардзо давно хчал им написать таком кщоншке, але чонгли откладал им пробы. Давно, очень давно я хотел, говорит автор, написать такую книгу, да все откладывал попытку пробу, бо то есть проба, потому что это попытка. Проба может еще не удачь, проба, попытка, может и не удастся. Ежели еще навык уда, мушом быть бленды. А если и если даже удастся, будут ошибки, должны быть ошибки. Прочтем еще раз. Бенджи им еще сдавало, же вшистко ведзо, бендом заразумяло. Давно. Бардзо давно хчав им написать таком кщоншке, але чонгли откладал им пробы. Бо то есть проба. Проба може ще не удач. Ежели ще навык уда, мушом быть бленды. Бо кто робит сочь новего, попевня омылки. Потому что тот, кто делает что-то новое, совершает ошибки. Бенды осторожны. Я буду осторожен. Бенди еще старал, чтобы кщоншка была займуемца, хоча что ани подруж, ани повесть хисторична, ани оповядание широдниче. Я буду стараться, я постараюсь, чтобы книга была занимательной, интересной, хотя это не путешествие, не исторический роман, не историческая повесть. И это не рассказ о природе. Долго шукалым и не ведялым, як кщоншка назвать. Я долго искал и не знал, как книгу назвать. Аж раз поведел хлопец, пока один раз сказал парень-мальчик. Дужу змартвень мамы для тего, же не знамы провидел жича. Много забот, беспокойств у нас есть, потому что мы не знаем правил жизни. Часом дорошли, вытлумачом спокойнее, а часто гневаемще. Иногда взрослые объясняют спокойно, а часто гневаются, сердятся. Еще раз прочтем. Бо кто робит сочь нового, попевня умылки. Бенде острожны. Бенде ще старал,
Żeby książka była zajmująca, chociaż to ani podróż, ani powieść historyczna, ani opowiadanie przyrodnicze. Długo szukałem i nie wiedziałem, jak książkę nazwać. Аж раз поведал хлопец. Дуже змартвень мамы для того, же не знамы про видов життя. Часом дорослі витлумачу спокойне, а часто гневающе. Неприємне, коли ще гневаю, неприятно, коли сердиться. І зрозуміти трудно, і запитати ще не можна, і понять трудно, і спросить нельзя. И приходят до головы ружные противные мысли. И приходят в голову разные противоположные мысли. Так влачне поведел хлопец. Приходят до головы ружные противные мысли. Вот именно так и сказал мальчик. Приходят в голову разные противоположные мысли. Взял им картка паперу и написал им про видуа жича. Я взял лист бумаги и написал правила жизни. Падше, смотрю, хлопец правды поведел, так добже. Мальчик правду сказал, так хорошо. И уложил им план, и составил план. Напиши о дому, о родицах, братьях и сестрах, о забавах и змартвенях в дому, потом о улице, потім о школе, потім о хлопцях, хто же мислив, що відзом вдому, на уліці і в школі. Я напишу о домі, о родителях, братях і сестрах, о развлеченнях или о іграх і різних заботах дома. Потім о улице, про улицу, потім про школу, потім о мальчиках, которые думают о том, что видят в доме, на улице и в школе. Еще раз прочтем. Неприемне, кды ще гневаю, и зрозуміть трудно, и запытать ще не можна. И приходзом до головы ружне пшечивне мышлі. Так влачне поведел хлопец. Приходзом до головы ружне пшечивне мышлі. Взял им картка паперу и написал им про видва жича. Падше, хлопец правди поведав, так добре, і уложив їм план. Напише о дому, о родицях, братьях і сестрах, о забавах і змартвеннях вдому, потім о уліці, потім о школі, потім о хлопцях, хто же мислям, що відзом вдому, на уліці і в школі. Бо не кожен ще тільки баві, але кожен падше. Слуха, цо мувем инни, и сам розважа. Потому что не каждый только играется, развлекается, но каждый смотрит, слушает, что говорят другие, и сам размышляет. То не повесть, а не кщоншка школьна, то кщоншка наукова. Это не повесть, не роман, и не школьная книга, это научная книга. Сом люди, туже волом кщоншки авантурниче, чародейске, страшне пшегоды, смутны альбо забавны. Есть люди, которые предпочитают книги авантюрные, волшебные, страшные приключения, грустные или забавные. А сом люди, кто же мувем, же найчекавши сом влашне кщоншки науковы. А есть люди, которые говорят, что самые интересные книги научные, именно научные книги. Кщонжек школьных человек ще лучше. Повесть чита ще прентко. При читанию кщоншки науковой человек сам дужо мышли. Из школьных книг человек учится, чему-то учится. Повесть или роман читается быстро. А при чтении научной книги человек сам много думает. Еще раз прочтем. Бо не каждый ще тільки бави, але каждый падше слуха, цо мувем інні,
і сам розважа. То не повість, а не ксьоншка школьна, то ксьоншка наукова. Сом люди, хто же волям ксьоншки авантурніче, чародійське, страшне пшигоди, смутне альбо забавне. А сом люди, хто же мовям, же найчекавше сом власне ксьоншки наукове. З ксьонжек школьних чоловік ще учи, повість чите ще прентко. При читанню ксьоншки науковий чоловік сам дуже мишлі. Трошки пшечита, потім ружне речі собі припоміна, часом дівіще і застанавя, чи направди так, чи ні. Німного прочитає, потім різні віші сам собі вспоминає. Іногда удивляється і задумується, действительно ли так или нет? Бо здажаще, же един мови иначий, и другий иначий. Потому что бывает так, что один говорит как-то по-другому, и другой говорит как-то по-другому. Моді маю ружне власне справи, власне змартвення, власне узи і усміхи, власне моди оглонди і модом поезії. Молодежь Молодые, молодые люди, молодежь, имеют разные собственные дела. У них свои дела, у них свои заботы, свои слезы и улыбки, у них свои собственные молодые взгляды и молодая поэзия. Часто укрываем пред дорослыми, бо ще встыдзо, не уфаем, бо боемще, жеби ще з них не шмели. И часто они прячут перед взрослыми, прячутся от взрослых, потому что им стыдно, они не доверяют, потому что боятся, чтобы с них не смеялись, чтобы над ними не смеялись. Любим слухать, кеды дорослі розмовляем с собой, и бардо хцом ведіть, хцом познать про відуа життя. Они любят слушать, когда взрослые разговаривают друг с другом, за собом, друг с другом. И они очень хотят узнать правила жизни. Прочтем еще раз. Трошка пшечита, потом ружне жече собі припоміна, часом дивище і застанавя, чи направда так, чи ні. Бо здажаще, же єден мові іначий, і другий іначий. Молоді маємо ружне власне справи, власне змартвєння, власне узи і усміхи, власне моди поголонди і модом поезія. Часто укриваємо ще дорослими, бо ще встидзом, не уфаєм, бо боємще, щоб ще з них не шмелі. Любим слухач, кеди дорослі розмовляємо за собою, і бардзо хцом ведіч, хцом познач, про відео життя.